Сегодня хочу показать самый простой способ заготовки на зиму брусники. Вот, набрал литров 30 я на выходных. Съездил, перебрал. Ну, сначала, кто как прибирает. Кто-то сначала сушит ее, выкладывает ее на ровную поверхность. Она высыхает, и так проще перебирать. Но это не суть важна. Перебрал, ведро отдал родителям. Такое, и ведро буду сейчас себе оставлять. Ну, и еще собираю, планирую сходить. Вот. Пересыпать ее можно сахаром, вот сахар лежит, нужно сахаром. Сколько читаю, везде один к одному. Ну, никогда так не делаем, где-то литр брусники, пол-литра сахара. И она очень хорошо хранится. Сверху, конечно, засыпаю ведро сахаром, там бруснику, если наберется. Ну, я думаю, что тут будет ведро, там еще схожу. Думаю, еще одну ведерко поставить. И она мне через пару месяцев даст сок. Будет очень такой он густой, получается, насыщенный. Очень хорошо хранится брусник. Она, ну, она немножко вот она крупная такая. И она немножко будет вот такая, немножко она съежится, но не сильно. Такая она вот крупная в этом году. Сейчас я буду пересыпать. Ну вот я сразу беру, допустим, вот такую емкость. И ведро. Оп, она уже сразу пол ведра. Чего себе. Так, теперь сахар беру. Ну, например, литра 3 было, сколько? Ну, я на эту емкость литр сахара. Пересыпаю. Вот, вот так вот трясу. Ну, вот, поверьте, никогда она не пропадала. Столько лет я это делаю. Потрес сахар. Весь проник. Все. Так, теперь дальше. Так, вот 900 грамм сахара. Тут литра 2. Не знаю даже, сколько здесь. Но по глазам где-то 1 к 0,5. Следующую емкость высыпаем. И опять же, ну, на нее, наверное, столько же. Нет, на нее пол мешка сахара использую. Сейчас я вот этот слой разрежу, пересыпал. Это поделаю. Пожалуйста. Целое ведро сейчас будет. Осталась кастрюля. Ну, кастрюля не знаю. Но... Сюда лезет ли все? Но это я буду частями. Сейчас вот я засыпал. Ну да, будет 2 ведра у меня получилось. 12 литровых. Сейчас я еще присыплю. Ну вот, на 12 литров у меня уйдет почти 3 килограмма сахара. Да. Опять же, перемешиваю ее. Вот. Тут уже сложно перемешивать, осыпается. Так, ну я добавлю еще сахара сюда. Она все равно проникнет, он все равно в них проникнет. С ягодой ничего не будет. Ягода полностью в сахаре. Сейчас я камень выруклю. Я немножко еще деревянной лопаточкой так перемешаю, что не везде попадает. Когда маленький объем, там она спокойно переворачивается, и вся ягода получается в сахаре. Здесь не очень так удобно. Так, еще подсыплю. Ну да, я буду использовать не 3, ну где-то да, 3 килограмма получится сахара. Что еще вот остатки высыплю и потихонечку буду сахаром пересыпать. Я думаю, получится, думал, даже меньше, чем ведро получится здесь ягоды. Ну ладно. Главное, что она будет храниться всю зиму. Там на холод поставлю, на балкон. Сейчас еще немножко посыплю. Так. И пересыплю сахаром. Сейчас буду вот здесь я буду делать аккуратно. Сахар начнет все равно подтаивать. Пускать морс. И все перемешается. Вот, я засыпал сейчас сахаром. Еще брусника осталось, но она в это ведро не поместится.
Сейчас засыплю сахаром так, чтобы вся ягода была покрыта, чтобы не поступал кислород, и она не пропадет. Будет храниться круглый год. И Петя ее будет есть, да? Почему? Это полезная очень ягода? Не знаю. Она очень полезная. С сахаром, когда она даст, сироп даст в свое время. И можно будет его и пить, и творог поливать. Вот, все. Не надо трогать. Петя, ну не трогай. Вот, все. Ведро готово. Все, всем спасибо за внимание. Рекомендую именно так заготавливать бруснику. Если найду свою хлебопечку, то еще можно принаделать варенье с яблоками. Я так делал, оно ушло. Тоже очень хороший рецепт у меня был. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.